Купи. Купи, купи. А еще. После того, как сделали срез, вот здесь удалили вот эту кору, мы берем корневин и аккуратненько вот промазываем его. До того, как наносим тот же корневин, для того, чтобы он еще в большем количестве сюда прикреплялся, смачиваем водой обильно. Именно вот эту поверхность, где должен быть корневин. Вот таким способом. В дальнейшем мы сейчас мочим такой вот комочек грунта в большей основе, чтобы оно состояло из такой торфяной основы. И затем покрываем пленочкой и ставим две завязочки. Сейчас мы это все покажем. Давай! Ставим. Давай! И попался! А теперь закрепим две затяжки. В конце у нас должно получиться вот такое. С двух сторон затяжки. По центру у нас полиэтилен. И окружает наш вырез с корневином наш грунт. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Вот результаты наших укоренений. Мы собрали и урожай с кустиков и размножили кусты. Хотел наглядно показать. То есть мы делали насечку на одной из веточек. Вот она, насечка. Мазали это все дело корневином. Закручивали вот так вот пленочкой. И с двух сторон прихватывали вот такими затяжками. Сама эта веточка оставалась на кустике. Кустики, и вот за уже такой небольшой промежуток времени, ну, это где-то около 2 месяцев, вот она уже дала нам хорошую корневую систему. Вот наглядно можете посмотреть, вот как это выглядит. Вот, размножили мы и смородину, и крыжовник. И сейчас это все будем разбрасывать по горшкам, рассаживать и в дальнейшем поливать. А потом уже, наверное, уже весной высадим это все в грунт. Или, может быть, сейчас осенью посмотрим. Хотелось бы, чтобы получилась действительно хорошая корневая система, а затем уже можно было это все высадить, и чтобы оно действительно точно все прижилось. Дополнительно я еще по разу прокалывал шприцем вот эту пленочку и сюда вкалывал раствор с корневином. Я делал это 2 раза с интервалом, получается, в 2-3 недели, кажется, вот так вот. Вот, и в принципе результатом доволен. Помимо того, что у нас ягоды и прочее с кустов, вот мы еще и размножаем
те кустики, которые нам понравились в этом году. Несмотря на такое засушливое лето, вот, все же у нас все получилось.